Добрый вечер всем. Сегодня у нас 26 сентября 2022 года. Ой-ой-ой, как у меня что-то камера соскальзывает. Извиняюсь. Ну и сейчас у нас 9 часов вечера. Ну, я думаю, немножечко, несколько слов скажу о том, как у нас прошел день, что у нас новенького, что у нас не новенького. Тут у меня дети были, так некогда было совсем и видео снимать. Ну и как бы особо как бы и рассказывать было, ну и не о чем, потому что, ну, я была вся занята с детьми, они много времени у меня отнимают. Ну, там два видео было Кирочки, одно видео мы просто с ней сделали о школе, второе видео было сделано о ответы на вопросы, потому что много было вопросов, она сама захотела, чтобы ей задавали вопросы, но, к сожалению, комментарии были отключены не по нашей вине, а по вине, по вине того, что Кирочка еще ребенок, и YouTube, естественно, как бы защищает права детей, вот. Ну, на вторые вопросы, вот как второе видео Кирочки мы делали ответы на вопросы. В общем-то, так, знаете, я уже потом сама просмотрела. Вопросы были для ребенка слишком сложные. Вот. Поэтому она там путалась, где-то я ее поправляла, я ее там, знаете, двигала. Ну, дети, они есть дети, знаете, они довольно-таки, ну, по-другому мыслят. У них, знаете, голова не так, как у нас работает. Мы уже научились где-то что-то, знаете, как говорится, ну, говорить то, что нужно говорить, и то, что не нужно, мы не говорим. Дети, они немножко другие, вот поэтому пришлось ее так корректировать. Вот. Не потому, что там что-то было незапрещенное говорить, потому что она ребенок и могла говорить так, как она, знаете, ну, в силу своего детского, так говорится, склада ума. Вот. Ну, а в принципе, вопросы сам по себе были сложные и про линейку, и про прочее. Ребенок, она считает, что линейка – это праздник, потому что, ну, так вот у нее вот так в голове, что линейка – это праздник. То есть не то, что там в шеренгу ходить, в строем ходить, это немножечко другое. То есть, знаете, сами такие вопросы провокационные немножечко, и ей было сложно на них отвечать, что даже она, я видела, в какой-то момент чуть не расплакалась от всего, от всех моих вопросов. В общем, короче говоря, тяжеловато ребенку пришлось. Я так решила, что больше не буду такие, знаете, ей провокационные вопросы. Она ребенок. Вот, задавать. В конце концов, я их задавала. Не подумала немножечко и видела, что ей было трудновато. Вот, что я хотела сказать. Поэтому так вот и получилось у нас. Ну, кто-то мне пишет там, что я, ну, вроде строга с ней. Ну, как строга? Я с ней, знаете, мы с детьми, я лично всегда с детьми разговариваю на равных. Вот, у меня всегда так было и с моими детьми, и с моими внуками. Я стараюсь с ними, знаете, не сисюкаться, разговариваю как вот со взрослым человеком. То есть вот, ну, на равных. И вы знаете, я как вот заметила, у меня, допустим, лучшие отношения с Кирой, чем, допустим, у ней с ее мамой. Я вот посмотрела, она капризничает как-то со своей мамой, как-то себя так, ну, обижается что-то там, может даже и громко как-то сказать, а со мной она более тактичная, более такая мягкая, потому что я ее всегда, если она начинает как-то повышать голос, я говорю, чего ж ты повышаешь голос, ну, я ж на тебя не кричу, и ты на меня не кричи, и у нас как-то с ней не бывает и конфликтов, то есть мы с ней на равных, вот как. Поэтому мне так легче. Я никого, как говорится, не хочу учить, никому не хочу ничего как бы навязывать свои вот эти... У меня такой метод воспитания. И, кстати сказать, он у меня срабатывает. Во всяком случае, у нас с Кирой практически не бывает никаких конфликтов. Даже с Вовой я разговариваю с маленьким внуком, которому 7 лет, 6 лет, никогда не сисюкаюсь. Вот. Поэтому, ну, во всяком случае, зато у нас нормальные отношения. Вот так. Ну, это я так вот о нас, что я как бы, потому что было замечание, что, ну, немножко строга с Кирой. Нет, это нормально, я так думаю. Вот, это немножечко о Кире. Видите, сегодня немного также я устала, потому что такая поездка была у нас длинная, длительная. Это мы ехали туда где-то час, ну, примерно 42 в одну сторону и час 42 в другую. И вот так везде еще заезжали мимо проезжая, заезжали еще маленькие города, ну, те, которые нам были, допустим, интересны. Вот. Я раньше там жила в тех регионах, в той части Вандеи. Поэтому как бы, ну, часто раньше бывало. Сейчас уже столько времени там не живу, поэтому уже только воспоминала, как бы воспоминания у меня в памяти, воспоминалось то, что я видела раньше. Вот, да еще видели, наверное, я снимала, такой дождь ужасный был. В общем-то, вы знаете, вот вышла к морю и хотела море поснимать, океан хотела снять.
А такая прямо, знаете, вот чувствуется соль вот в воздухе, в дожде, и прямо, вот знаете, кожу разъедает вот этот ветер, а он, видимо, с солью, и прямо вот чувствуется, разъедает кожу, знаете, прямо вот кожа даже начинает чесаться, лицо. Я вот так подумала еще, знаете, думаю, вот у моряков, у них, знаете, такие лица всегда суровые, такие морщинистые, потому что, видимо, они все время вот от солнца щурятся. Ну, я имею в виду моряки, которые вот раньше были, иногда в фильмах смотрим, ну, или иногда книги читаем. А вот, и я так думаю, эта соль, видимо, как бы она неблагоприятно влияет на нашу кожу. Вот я еще так подумала, думаю, она даже так вот облизнула губы, а губы соленые от соли, от этой вот воды, соль, вот это, знаете, люди идут в капюшонах, в таких дождевиках, знаете, идут, вот, в сапогах идут. В общем, такая довольно-таки не очень-то приятная погода, особенно там, куда мы ездили. Мы ездили на остров, который называется Нуар-Мутье. Ну, более или менее он называется Черный монах, как бы. Этот остров, он много встречается в истории, о нем много пишут и рассказывают. Там, кстати, тоже есть небольшое шато, но туда мы не попали. Там, значит, все закрыто-перезакрыто, потому что там отливы тоже приливы по времени. Ну и когда мы поехали, там было написано, что туда нам не попасть, потому что там время прилива. Вот, вода поднялась, значит, туда нам, ну, не попасть было. Можно было объехать, но нам уже было неохота. Вот. Поэтому, да еще такая погода, да мы еще пикник-то хотели, ну, пойти на пикник, но поняли уже, что, наверное, это был последний пикник, потому что мы его уже в машине сидели, уж такого удовольствия не получили. Жан-Люк тоже у меня злой-призлой, потому что, ну, во-первых, и некомфортно, и устал, и дорога длинная, да еще, видите, надо было ему посидеть, отдохнуть. На самом деле за рулем тяжело, вот. Я поэтому как бы, ну, думаю, господи, последний пикник, говорю, мы с тобой сделали, будем так выезжать, мы уже так далеко уже от дома выезжать теперь не будем, потому как, ну, и погода не очень хорошая, ну, и, в принципе, уже прохладно становится, ну, и, в общем-то, посмотрели то, что хотели посмотреть, вот. В принципе, Нуар-Мутье, он, конечно, интересно там погулять, там природа красивая, там такая экосистема интересная, но, опять же, там хорошая погода, ну, все уже портится. Там сейчас там дожди, штормит все очень сильно. И, в общем-то, мы быстро-быстро все так посмотрели. Он говорит, смотреть-то нечего. Хотя, на самом деле, ему понравилось. Он говорит, смотри, как здесь лучше, здесь более интереснее, чем вот мы ездили до этого. Бриер я снимала. Это уже туда, в Бретань мы ездили. В соседний регион Вандеи. И нам больше понравилось Нуар-Мутье, это тоже Вандея, чем, допустим, вот Брьер. Почему? Потому что, ну, он более, как бы, на наш взгляд, дикий остался, более сохранили такой, который он должен и быть. Вот, там нет много домов, нету уже такой, знаете, как бы, ну, более, как это сказать-то, более уже, это похоже на маленький такой город уже, знаете, ну, застроек много, построек много, людей много, то есть это в Брьере. Нуар-Мутье, на наш взгляд, более такое дикое место, более такое, сохранили его таким, каким оно должно и быть. Вот, ну, хотя машин было много тоже, многовато туда-сюда. Мы еще по маленьким городам ездили, смотрели, ну, в общем-то, вот так вот. Но нам, в общем, больше понравилось. Ну, где-то мне написали, что вроде как был комментарий, что вроде как Брьер очень такой красивый там и прочее, и великолепно, оно красиво, оно все это осталось, оно все сохранилось. Единственное, я хочу сказать, что я не снимала ту сторону, где, допустим, у нас построены уже дома, где уже много людей. Я это умышленно не снимала, потому как, ну, что снимать то, что, в общем-то, не такое красивое. А вот на Нуар-Мутье, если бы не дождь, и если бы вот не этот ветер, там, конечно, было бы интереснее. Там ветер, он мешает говорить, потом меня все заливает, дождь везде, в общем-то. А снимать хочется, рассказывать хочется. В общем, короче говоря, вот так у меня все это и получилось. Заехали потом на обратном пути. Я хотела вам хорошенечко, красиво, в этот красивый замок снять, где я жила. Вон 17 века этот замок. Это мужчина и женщина, они все еще, по-моему, владельцы этого замка, потому что я нашла их еще в 2020-м, еще они были, то есть те хозяева, при которых я еще жила в этом замке. Естественно, что не весь замок мы снимали, а только чуть-чуть там, ну, небольшое, такие как апартаменты считались, вот в этом замке.
130 квадратных метров мы снимали. Вот. И вот где я, кстати, рассказывала историю, где вот мне каждый вечер, я где-то там это рассказывала, этот замок приходил какой-то запах цветов. Все время, вот знаете, запах цветов каждый вечер, как духов. И как будто бы кто-то ходил, казалось. Ну, это вот именно в этом замке, это все у меня как, ну, наверное, привидение мы видели. Вот, ну, что-то такое, в общем. Это есть там рассказ у меня, я рассказывала подробно об этом. Так это было вот в этом замке происходило. Хотела я его с другой стороны снять. Вы знаете, я бежала все как могла, я не смогла снять, потому что с другой стороны, где именно вид очень красивого этого замка, с другой стороны, там идет такая большая дорога, ну совершенно там, вот, знаете, нету места, где можно было бы его хорошенечко снять. Там, где его, с какого места можно было бы его снять, сделать видео, там прям проходит такая большая трасса, то есть только на трассу выбегать, вот. Короче говоря, уж я весь его обижала, как смогла, снимала, что смогла. В общем, самую красивую часть замка я и не сняла. Хотя его можно посмотреть, знаете, где можно набрать. Он сейчас в продаже, этот замок продается, причем недорого продают его. Вот. И, значит, его можно набрать. Называется этот город, это Вандея, 85-й регион, Сан-Кристоф-де-Люньон. Вот. В этом городе, в принципе, больше ничего и нету интересного. То есть я вот помню, что мы там жили, да, красивый замок, да, так как на такой горе стоит, в общем-то, интересный. Но больше там ничего абсолютно нет. Там скукота смертная, ну, еще парк такой симпатичный, и все. Ни магазинов таких больших, ничего абсолютно. Хотя город разросся. Абсолютно ни театров, ни кино, ничего. Хотя это недалеко тоже от моря, от океана. Не очень далеко там. Ну, может быть, в 30 минутах тоже, как мы вот живем. 23 километра примерно от океана. Вот. Только немножечко с другой стороны получается. Вот так вот. А эти хозяева этого замка, они его купили в 1977 году. Они его восстанавливали, он был разрушен, это замок 17-го, по-моему, 17 века, по-моему, так, он был полуразрушенный, они его восстанавливали сами, в общем-то, у них там было открыто и кафе было, или ресторан, что-то я уже не помню, когда мы жили, там уже ресторана не было, когда они были более молодые, они ресторан, у них был. Потом, что у них там было, гостиницы, много гостиниц, там у них летние такие строения, постройки вот эти старинные для того, чтобы можно было и до сих пор можно снимать и отдыхать. Там бассейн у них, я помню, был крытый такой, закрытый. В общем, место шикарное и красивое. Вот. Искала я историю этого замка, не могла найти. В интернете, ну, не могу найти, все обыскалась, не нашла, что это, кто это, этот замок построил. В общем, пока не нашла. Вот, ну, в общем-то, очень мне такие, знаете, приятные какие-то воспоминания. Я возле него крутилась, крутилась, вспоминала. Это, знаете, как-то вся мне на ум пришло, как я приехала как раз во Францию, как мы сняли этот замок прямо в первые месяцы, прожили там, ну, какое-то не очень долгое время, ну, может, полгода мы там жили, ну, и все, потом мы оттуда уехали. Вот, там сезон начался, ну и мы уехали оттуда. Вот так вот. То есть вот такая вот, как бы у меня были сегодня такие воспоминания об этом замке. Дальше мы приехали в город Апрамон. Там тоже вот замок 16 века. Как Жан-Люк мне сказал, что замок Ренессанс. Я уж там искала, искала, где-то написано Ренессанс. Он говорит, ну ты что, не видела там табличка, а я ее и не заметила. Ну, видимо, так. Вот, я его тоже посмотрела, хотя раньше тоже там уже была. А тут прямо, знаете, что-то мне так опять захотелось, тоже была уже давно, лет, наверное, ну, 12 назад, думаю, что там и была. После этого все, уже туда больше мы не ездили. Ну, в общем-то, посмотрели, покрутились тоже с ним. Ну, холодно, вы знаете, такой ветер пронизывающий сегодня был, такой прямо, ну, холодина ужасная. Ну и все, мы опять побегали, побегали. Машину быстрее и поехали потом смотреть озеро тоже. Это было озеро города Апрамон. Озеро я уже не снимала, потому что там дождь пошел стеной. Прямо, знаете, стена такая дождя. Ну и все, мы вот так там посмотрели. Я говорю, Жан-Люк, если ты хочешь вот так посмотреть там или прочее, выходи, говорю, иди посмотри.
Он говорит, ой, нет, я, конечно, это не пойду, что-то такая погода, мне уже неохота. Ну, в общем, постояли немножко, ну и поехали домой. Вот такое у нас было путешествие, уже к вечеру вернулись. Вот он, конечно, устал очень сильно, тоже, видимо, замерз и устал. И все-таки, знаете, ну, в такую погоду это очень трудно быть за рулем еще по большим дорогам, по вот этим всем, в общем-то. Ну и решили, что пока, наверное, мы вот такие длительные прогулки делать просто не будем, потому что, ну, все уже, погода не позволяет. Видите, надо такое время тоже выбирать, когда более-менее приятная погода. Домой тоже приехали, холодина такая дома у нас. Что-то смотрим, у нас где-то, ну, сейчас вот 18 градусов в квартире. Вот. Вроде как отопление еще включать не хочется, потому что посмотрели по календарю, в том году мы включили где-то примерно, ну, числа, наверное, 24-го начали октября подтапливать, и уже 27-го начали постоянно отапливать помещение. Тут смотрим, еще даже 1 октября нет, а уже, знаете, прохладно. Ну, правда, по прогнозу погоды посмотрели, вот вроде сейчас сезон дождей на этой неделе пройдет, там будет даже до 18 градусов на улице, а потом будет потихонечку подниматься до 22 градусов. Следующая неделя снова ожидается такое потепление, вроде дождей не ожидается. Хотя Жан-Люку вроде как дожди и нужно. В общем, знаете, его и не поймешь. Сегодня ему дожди надо, завтра ему дождей не надо. В общем, сегодня был он не в настроении. Уж не знаешь, какая муха, говорят, его укусила. Вот так вот. Вот такие у нас новости, вот такие у нас дела. Ну, опять же, большое вам спасибо всем за ваши комментарии добрые, теплые, потому что вы мне еще подписывали комментарии, допустим, не там, где у меня, не под Кириными, а под другими видео, так как под Кириными было невозможно написать. Так что в любом случае вам большое огромное спасибо. Я уже там постаралась вам ответить на комментарии. Вы мне подписали под моими видео. Вот этим сегодняшним, которое я уже, знаете, там, конечно, извиняюсь, там где-то у меня ветер шумит, и, в общем-то, где-то я и камерой водила. Просто, знаете, там такой дождь был, такой ветер. Я камеру уводила от ветра. У меня прямо ее из рук выдувало. В общем, короче говоря, знаете, не качество было не очень хорошая. Вот. Особо сегодня тоже я ни к чему такому не готовилась. Хотела про докторов все мне рассказать, все, тема у меня это написана, записана, но, знаете, как-то вот сегодня думала вообще ничего не буду говорить, потом так полистала свои видео, посмотрела, думаю, нет, надо что-нибудь сказать, потому что уже несколько дней я никакие истории вам и не рассказывала. Ну, особых историй, конечно, нет, а так, знаете, просто немножечко о нашей жизни, о наших путешествиях, о наших планах. Планах у нас сейчас, конечно, какие планы? Планы вроде как ждать, ну, отопительного сезона, первый наш такой план, потому что, знаете, всегда некомфортно, когда прохладно, вот, надо, ну, вот, посмотрим, в общем, поживем, как говорится, увидим. Что-то у меня у Райки тоже ножка заднюю, смотрю, он лежит уже несколько дней, уж я хотела у него посмотреть, он не дает мне ее потрогать, думаю, может, ноготок сломался, что ли, что-то все лежит, и лежит лапку заднюю, не знаю, в общем, что-то как-то, а то, может, не знаю, что-то попало, может, ему в ножку. В общем, короче говоря, вот. Охота у Жан-Люка еще тоже не начинается, потому что, ну, вроде вода есть, а все высохло. Вот сегодня тоже ездили, все высохло. Даже, знаете, в некоторых местах, как это, запруды, даже запруды высохли. В общем, короче говоря, воды-то, конечно, мало. И мы так все думаем, сколько нужно воды, сколько нужно дождей, чтобы наполнить все наши озера, поэтому я не знаю. Тут его как-то пригласили поохотиться в соседнем регионе, вот. Ну, он что-то раздумывал. Я сначала говорю, ну, если тебе очень хочется, и поезжай, ну, что делать, поезжай, съезди, ну, что теперь, в соседний регион. А потом смотрю, он что-то ему, видимо, так не хочется, ну, не захотелось меня оставлять, и он не уехал. Остался. Я уж лучше, говорит, в свой охотничий домик пойду, на свои охотничьи угодья. Подожду, говорит. Ну, я говорю, ладно, господи, ну, не хочешь, значит, не хочешь, что ж я тебе скажу. Вот. Ну, а так все нормально, вроде все так спокойно. Ну, раздражается, все ему не нравится, все ему раздражает его как-то и погода, и природа, и, в общем, все на свете раздражает.
Вот, я уж его сейчас начали дома кушать. У нас уже все, кончился сезон кушать на улице, я имею в виду обедать и ужинать. А, и мы стали уже кушать вот за большим столом перед телевизором. Ну, даже телевизора не включает. Я говорю, может, тебе телевизор надо, ну, хочешь посмотреть? А он говорит, нет, надо, говорит, заканчивать смотреть телевизор. В общем, ничего смотреть неинтересно. А то, говорит, я расстраиваюсь. Я, говорит, смотрю телевизор, смотрю интернет и расстраиваюсь. Ну, сейчас, может, уток своих смотрит. А сегодня у нас с ним на очереди фильм. Вчера нас тоже нашли на платном канале фильм, который называется «Парфюмер». Ну, знаете, наверное, это такой, ну, уже многие его этот фильм смотрели и знают, скорее всего. Я же читала книгу когда-то эту «Парфюмер» еще давно, еще я в России жила. Книга мне, ну, в общем-то, понравилась. Вот, ну там фильм и книга, они, я думаю, что они будут ну, не одинаково. Я знала, я слышала про этот фильм, потому что он тоже вышел еще давненько уже, этот фильм. И фильм в наше время происходит, а книга была написана, там не наше время, там время уж я не помню какой век, но во всяком случае это было не наше время. Вот, ну это вроде как история, как вроде детективная, что ли, история такая, вот. Кто не смотрел или кто не читал, ну, в общем-то, ну, советую, можно посмотреть, почитать. Хотя, конечно, она такая немножечко жестокая история. Вот, а мы что-то в последнее время все-таки фильмы-то с ним и смотрим. Какие-то у нас прямо фильмы. Тоже довольно-таки детективы. Мы как-то с ним сейчас на детективы. Хотя и он говорит, надо бы что-то посмотреть. Ну, какие-то старинные, может быть, фильмы, не знаю. Другое время. Вот. Вообще часто мне Жан-Люк, вот прямо часто вот ходим с ним по замкам, да везде смотрим по старой, как говорится, Франции. И он мне тоже говорит, ну не в своем времени я живу, но не в своем, это не мое время, я устаю от этого времени. Хотя, говорит, если бы я жил, допустим, какие-то, ну, древние времена, там, ну, мои наш, в средние века, я бы, говорит, тоже, наверное, бы, ну, долго бы мы не прожили, потому что от зубной боли можно, говорит, и умереть, вот, потому что в время не было антибиотиков. В общем, короче говоря, нам нигде не угодишь. Ну, вот такие вот дела. Ну, ладно, на этом буду заканчивать свою болтовню завтра. Попытаюсь, не знаю, как у меня получится, если у меня какая-нибудь новая тема не получится, ну, не придумается, вот, а если не придумается, я вам расскажу про докторов, вот, что я тут думаю, в общем-то, мои, так скажем, мысли, ну, там у меня вопросы тем более были, все записано, все, в общем-то, уже у меня так, в принципе, я уже обдумываю, о чем сказать. Всех я вас люблю, целую, обнимаю, ну, наверное, уже спокойной ночи, приятных всем снов и всего самого-самого хорошего от всей моей души. Пока-пока. Спасибо за внимание.